Такое ощущение, что вообще не расходились. Одни знакомые лица, прям Санта-Барбара. Ладно, забыли. О, вспомнили. Как предсказывают древние майя, Юлий Соломонович не даст соврать. Конец света настанет в 2012 году. Ну, а кому, как не нам, было доверено организации церемонии открытия этого международного мероприятия. И пускай Армагеддон не скоро, программу обкатать надо. Ну что ж, вуаля! Отличный трешак, мать. Еще что-нибудь подготовила? Да, специально для апокалипсиса я испекла шарлотку в форме слова «земля». Слушай, Палыч, что-то я не расслышал. Что она сделала? Я ничего не понял, но мы, походу, землю жрать будем. Так, гормонально сбившиеся. Ну-ка, комхе. На что сегодня ваша биоэнергетика раскошелится? Как всегда, на песню. Вторая песня не густо. Музыка сердец, слова капец. Нас обворовали, телек с видиком украли, жулики не знали, сами в западню попали. Видео им не видать, они не успели забрать. Желтые тюльпаны, воу-воу, желтые тюльпаны. Воу-воу-воу-воу-воу. Какие тюльпаны, Женя? Ну что ты в своей жизни вообще сделал хорошего? Помог однокласснице переступить через себя. И это все? О, она, кстати, точно так же сказала. Постой, постой, куда ты, мужчина? Оставайся. И вот такие люди на футбол играют. Извините, сорвал он актуал. Ладно. Ну, а на сцену рвется студентка Наталья. Наталья студентка факультета прикладного стриптиза и кибернетики. Откуда такая красивая у нас взялась? Из Москвы. Москва большая, конкретно трасса. Да, легко в наше время дальнобойщицу обидеть. Я персона VIP, у меня есть чип-чип, обгоняю, подрезаю. Ну что ж, КВН игра многопрофильная. Дорогие друзья, ну а кто не хочет ждать апокалипсиса 2012 года, есть шанс представиться прямо сейчас. Потому что на сцене лауреаты конкурса «Юмор-АУ», молодой перспективный дуэт «Шаг назад». А на очереди песня гоночного автомобиля и парохода. Внимание! Это было прошлым летом. Юмор, ау. Ушел? Вот ты что будешь делать, когда начнется апокалипсис? Наверное, выпью и пойду к барышням приставать. Так, а чем апокалипсис отличается от твоего дня рождения? После апокалипсиса посуду мыть не надо. Ну, а ты, Евгений, тебя пугают катаклизмы? Кота пугают, меня нет.
Спасибо. Дорогие друзья, что это за ересь такая? Не, ну ладно мы-то, но они-то, Цой. Так, пошли бы лучше подумали, как планету спасти, поняли? Правда же смешно, ну правда же смешно. Видала, каких овощей на свою голову вырастили? Продолжай. Ну, а спонсором нашего выступления являются химкинские свингеры. Химкинские свингеры. Гостеприимство на грани фола. Ну что ж, пришло время рубрики «Когда, если не сейчас». Песня! Есть в Графском парке черный пруд. Там жил огромный спрут. Он был размером с пруд. Спрут, спрут. Так, Саша, еще одна такая песня? Хорошо, еще одна такая песня. Не будет апокалипсиса! Мы спасли мир! Вы что, дураки? Вы не мир спасли, вы урок географии сорвали! И вообще, это обычный глобус! Глобус не глобус, а женщину я вам не отдам! Так вас же посадят! Не боись, Евген, до 12-го года максимум трешку отсидим! Так, поставили педагога на ноги. Пусть государство педагога на ноги ставит. А ты чего разревелась? Я тоже на ручки хочу. Какие ручки вообще? Что? Это что, по-вашему, апокалипсис? Вот Киркоров на лысо посыкся, вот апокалипсис! Черкизовский рынок закрыли! Где теперь ядерные отходы хранить, а? Раньше по карманам расставали, по курточкам, все? Украина не прошла начать мира по футболу! Вот, вот о чем надо думать! А что ты про наших не говоришь? Наши? Какие наши? Не хочу их знать. Дорогие друзья, вы, конечно же, прекрасно понимаете, что никакого конца света не будет. Ведь все мы с вами вместе живем на прекраснейшей планете КВН! О! Так, что это было? Это был подарок мой тебе на день рождения КВН. Ведь лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Да. Дорогие друзья, я, конечно, мог бы сейчас Марине снести башню, но марать руки не буду, потому что сегодня за меня это сделает праздничный банкет. С днем рождения, КВН! Дорогие друзья!